Погнали. Нифига. Ой, еще и блюют. Еще перегаром. Бомжи меня перегаром мочат. О, а ты-то кто? А, и третий. Кипер, крипер, дрипер какой-то там. Какого хрена он стоит опять? Такой, на него зомби идет, он такой. Ну давай попробуй, ну ё. Слушай, а тебя тухлой капусткой пахнет, нет? Мне кажется, да. Ты что сегодня ел? Resident Evil. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить этот трэш под названием Resident Evil Gun Survivor 2, код Вероника. Итак, тренировочный лагерь у нас. Я, короче, за кадром, раза два десятка, так, наверное, попроходил, вот. И у меня получилось сэкономить две попытки оживиться. Я не знаю, насколько это нам поможет, вот. Ну, попробуем. Посмотрим, насколько мы пройдем сейчас. Вот. Но я планирую хотя бы еще две локации пройти. Давай, загасим вот этого ублюдка. Потихонечку будем идти, короче, Так. Ты умрешь, нет? А где у нас Стив? Не понял. Не понял, почему я без Стива. Что это значит? Вроде это Стив должен быть, нет? Блин. Так, критично, хорошо. Убивай! Ну, блин. Так, ладно. Я не понимаю, почему у меня пистолет, короче, стреляет. Ух, достал. Ладно. О, Стив! Юкаламане! Ты живой! Ты появился! Откуда взялся, непонятно. Так, ладно. Блин. Целую жизнь потратил на этого. Так, погоди. Ручной. Из того ящика выпрыгивает охотник. Поэтому нафиг. Ой, ёп. Я потратил. Так, ладно, здесь лизун. Здесь сразу лизун. Надо, короче, быстренько сейчас начать стрелять. Либо в бок. Давай, гаси. Отлично. О, окей, с этим справились. А что это за комната? Я надеюсь, там трэша никакого нет. Может, тут какая-то аптечка, либо оружие. Было бы прикольно. Так, погоди, здесь никого. А на кого ты целишься? Ну-ка скажи мне. О, понятно. Я понял. На кого ты целишься? О, дробовик. Хорошо. 5 патронов всего. Маловато. В этих ящиках ничего не открывается, да? Здесь, походу, ничего вообще нет. Блин, 5 патронов маловато. Ну ладно. Они не респанятся, интересно? Если они респанятся, то это будет дичь. Так. Ух ты, зомбарей сколько. Сколько зомбарей. Они, походу, все живые, видишь, дышат, лежат. Так, ладно, погнали. Нифига, ой, еще и блюют. Они еще перегаром, бомжи меня перегаром мочат. Хорош. Какие? Да в смысле? В смысле, блин? А че они такие живучие-то? Ну через такую толпу и вообще не пройти.
ну, не пробиться. Я даже боюсь дверь открывать, я бы не понимаю, что... Воу-воу-воу-воу-воу-воу, вали-вали-вали-вали-вали-вали. Так-так-так-так, наверх. Наверх-наверх-наверх. А они по лестницам лазят? Так, не туда. Хорошо, вот сюда. Стой, стой. За ключом. За ключом нам сюда. Окей. Так, это один ключ. А второй где тогда? О, а ты-то кто? А, и третий. Не помню, как их называют-то. Кипер. Крипер. Дриппер какой-то там. Не помню. Так. Сюда, либо сюда. Когда мы проходили, помнишь, да? Вот здесь какой-то слот был, короче. Сейчас просто взглянем. В боевой игре, короче, код Вероника, а тут можно было взять оружие какое-то. Так, задрали, блевать. Походу, в этой части, короче, ну, в этой локации бомжи, короче, набухались. Теперь всех они перегаром решили задолбить. Здесь ключик. Ну, конечно, дичь. Зафиксировано биологическое заражение. Какое нахрен биологическое заражение? Да куда, ну? Да уберись ты! Я из-за карты из этой нихера не вижу. Это нормально, блин? Мне просто, знаешь, на весь экран, короче, карты фиганули, и просто я не вижу ничего. Просто, типа, я не вижу ничего. Типа так должно быть, знаешь? Да пошли мы! Опа, хорошо. Хорошо. Погоди, а время-то смотри, видал? Время прибавилось, что ли? Это биологическое заражение. Так, а где у меня ключ-то еще один? На этом этаже, получается. Я понял, надо сюда. Блин, я все возрождалки, короче, потратил. Да просто, я из-за этой камеры вообще... Да отвали ты нахрен от меня! Из-за этой, короче, вообще камера непонятная. Просто я ни хрена не понимаю. Куда я поворачиваю? Что? Умри! Пошли, вон. Да как ты меня кусаешь? Я в тебя выстрелил. Аптечка. Ох уж эта камера, блин. Просто жесть. Просто жесть. Жесть как она... О, нет, только не ты, только не ты. Давай я без тебя, ну. Без тебя обойдемся. Да блин, да блин, все, короче, кирты. О, еще и этот мутированный, который боссом был. Вообще, что ли, офигели? Жесть, жесть. Так, короче, идем за вторым ключом. Все, я пробежался так вот за кадром, короче, до сюда. Сэкономил вроде как две попытки воскреситься, но у меня жизни мало. Жизни мало очень. Так, я туда пошел. И у меня, короче, этот Стив еще не ожил. Погоди, 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 я туда пошел. Да. Туда пошел. Так, а здесь кусались. Куда пошел? Аптечка, хорошо. О, да, надо сохраниться, короче. Я сохраняю здесь, чтобы потом. По 10 раз не бежать. Падла. Ладно. Опа, дробаш я возьму. Дробаш я заберу. Пофиг, я сохраняюсь, ладно. Так, 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 так. О, здесь ключ. Здесь где-то ключ. Где ключ?
Сколько у вас тут? Всяких разных. А погоди. Слушай. Здесь же был этот. Тот, который самый, тот. Типа босс, который был, нет? Так, погоди. Я теперь не понимаю, куда мне бежать надо. Ой, блин, я теперь... Типа обратно? Да ладно. Блин, спасибо за красивее. Ай! Я правильно иду? Погоди. Блин, я что-то заплывился. Непонятная карта была написана. Можно вас загашу, да? Можно вас убью? Ничего же страшного. Вы мне разрешаете? Хорошо. Падай! Ай-я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 й! Проскочил. Мне кажется, наверху. Мне кажется, надо наверх. Почему-то. Давай, сохранюсь. Мне кажется, надо наверх. Ладно, допустим. Так. Блин. Ну, блин. Окей. Так, наверх. Мне кажется, надо наверх. Вот реально наверх надо. Сейчас посмотрим, как появится. Около мэна ничего не появилось, блин. В смысле? А куда мне идти-то надо? Здесь можно как-то карту посмотреть? Нет, здесь есть карта. Я заблудился. Есть карта. Ух ты, оружие можно менять еще. Да ладно. Стив, есть карта? Блин. Так, стопэ. Может, назад реально надо идти? Я честно не понимаю, куда идти. Где значок? Так. Ну нафиг. Ну нафиг. Блин. Как так-то? О, стой, стрелка красная. Стрелка красная. А, я понял. Да что ты еще делаешь-то? Зачем ты по лестнице-то опять спустилась, дура? Я повернулся, значит, к двери, а на лестницу. Какие-то кривые сны у тебя, Клэр. Вообще кривые. Да, пошла вон. Куда же? Какого хрена он стоит опять? Вот чё он стоял? Такой, на него зомби идет, он такой. Ну давай попробуй, ну чё? Сейчас что-то будет. Блин. Сейчас какая-то дичь должна произойти. Ни хрена себе он меня снес. Ты видал это? Стив. Стив! Говнюк ссаный. Я, короче, пофиг это, сохранился здесь. Вот. Потому что так надо. Так, окей, пистолет. В смысле? Я всего два оружия могу носить, а... Я набрал, значит, целую кучу здесь оружия, и я могу всего два носить. Так, там говнюк стоит за дверью. Ну, то есть не за дверью, за стенкой. Так. Стив, помогай, блин. Опять стоит там, руки сложил, наверное.
Стив, что ты там яйца чешешь? Давай быстрей. Давай помогай. Девушке нужна помощь, Стив. Стив. Ну как шибанул бы нахрен тебе в лицо твое декапольское. Ну окей. Сейчас какая-то дичь будет просто. Я уверен. Хрен пройдем, я думаю. Что такое? А, ну хотя. Погоди, хотя он ходит медленно. Как по оригиналу. Не похоже, что нам повезло, что ли? Let's go! Блин! Вот этих вот говнюков. А чё они не дохнут-то, эти говнюки? Ну всё, пипец. А эти говнюки не дохнут. Они, походу, бессмертны. Я не знаю. Да блин! У меня жизнь не вообще. Хрен пройду вообще. Жизни просто нет. И возрождение нет. Я не знаю, как это проходить. Просто не знаю, как это проходить. Около мене ее. Нате вам всем, нате. Просто дичь. Короче, я снизил сложность, черт твою матери, на трудно. Не на очень трудно, а на трудно. Потому что это трэш, и вообще непонятно, как проходить. Вот. Но, блин, я так пробежался, короче, и разницы, в принципе, я не ощутил. Трудно и не очень трудно. Как было то же самое, так и осталось то же самое. Да блин, почему? Как они попадают по мне? Я же... Да пипец просто полный. Умрите вы уже. Давайте. Они дохнут вообще или нет, эти твари? Или они бесконечны? Не, мне кажется, что их не убить. Надо четко... Блин. Четко, короче, по боссу. А, нет, смотри, убил. Шикарно. И он, короче, убил этого, Стива. Своим пуканьем своим. Так. Радует то, что он, короче, это, медленный. О, промазал. Короче, вот так убегать надо. И чтоб он на пуканье не попался. Надо пуканный монстр. А что ты ускорился-то, Слушай, а тебя тухлой капусткой пахнет, нет? Мне кажется, да. Ты что я сегодня ел? На ужин. Неужели квашеные капусты приел? Давай, чуть-чуть осталось. Правда, блин, смысл? Ну, короче, я его убил, да, но смысл, короче, я не знаю. Надо будет не по новой все равно перепроходить это все, чтобы... Чё, писю? Писю как? Чё?
Вам нужно держаться вот только... Окей. Вот. Да. Я сохраню. Сейчас посмотрим, короче, локацию. Вот. И если меня убьют, то мы будем, наверное, заканчивать. Хотя, фиг знает. Не знаю. Сейчас посмотрим, короче. Личная резиденция. Это предпоследнее, прикинь, это еще не все. Это предпоследнее. Один ключ. Один ключ. Воу-воу-воу-воу-воу! Кажется, что пуля не особая, там что-то вперед, Стив. Огонь. Приближается Немезида. Оу, май гад. Оу. У нас начались побегушки с Немезидой. Бегом, 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 бегом. Аптечки будут? Потому что врагов не было. Да, в смысле? Ты прикинь. Вот это подставка. Собака! Аптечка! Аптечку бери, бля! Так, роюсь. Давай, 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 давай. Взрывы, взрывы, взрывы. Бах, бах. Оооо, охотники. Приближается Немезида. Гоу, гоу. Оооо. Ну это дичь. Это дичь. Где Стив? Где, мать его, Стив? Он должен отвлекать от этих лягушек. Он любитель жаб. Столько всего! Куда мне бежать? На лестницу. Меня убили. Меня убили. Ладно, давай еще раз. Что-то мне понравилось. Это Немезида. Немезида. Давай, давай. Так. С обеих сторон. Опа. Опа. Бежал второго, первого. И попался на клыки. Давай, давай. Флэр, ты сможешь. Я просто хочу тупо пробежать. Так. Хоп. И я запутался в управлении. И... Ты не сдох, что ли? Я тебя взорвал же нахрен. Почему он не сдох? Ты что так медленно поднимаешься? Оу, 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 гроза, гром, молнии. Ууу, как знаешь, в фильмах ужастиков 90-х приближается Немезида. Оу. Я не понимаю, куда бежать. Меня сожрало зомби какой-то. Я пробежал столько монстров, меня сожрало зомби. И давай еще разок. Давай еще разок. Так, окей. Хлоп, хлоп. Ай. Жопку мне поцарапал. Так, раз, два, хлоп, ай, вот так. Я не знаю, блин. Я попробую еще за кадром, не знаю, дойти опять до сюда, короче. Но. Ладно. Но если, как бы, блин, у меня не будет получаться, да, и будет получаться именно вот такая вот жопа, короче, надо, я думаю, придется снижать, короче, до уровня сложности нормам. Потому что, ну, это трэш, это просто дичь, короче. Здесь вообще никак. Я понимаю, знаешь, оригинальный, да, там, резидент, и вообще резидент, да, там, нормальные части проходить на сложном, на кошмаре, там, или еще что-то. Это нормально. Но вот это нет. Я, блин, первый, да, Gun Survivor я прошел. Но там как-то управление удобнее было. Там вот этот крестик туда-сюда бегал, короче, по экрану, и ты целился куда хотел. В голову, там, не в голову. Ну, как-то она была удобнее. Проходилось лучше.
Здесь вообще какой-то дичь, какой-то трэш. Окей, друзья, вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. И с вами был Валерий, всем пока.